Все, Кубик, сиди теперь здесь, понял? Быстро открывай мне дверь! Не буду я тебе ничего открывать, это мой мегаящик, я его буду ломать, понял? Это мой мегаящик, я не мегаящик, нет, это мой мегаящик! Нет, тебе максимум достанется вот обычный. Что ты там разорался? Все, сиди здесь, о, мой сладкий мегаящик. Я тебя сейчас... Все, Кубик, давай, хватит там разговаривать. Погнали! Ты дурак, что ли? Ты чё сделал? Чё такое? Да нет, просто спрашиваю, дурак ты или нет, кажется, да. Нет, конечно, ты офигел! Да, не бей, Кубик, ну все, в прошлом видео у тебя был мегаящик, теперь у меня будет мегаящик, да. У тебя обычный... Так у тебя там вообще был какой-то просто читерский... У меня там был ультраящик в прошлом видео, а вот сегодня я хочу поиграть за мегаящик, а ты за обычный играешь. Ребята, привет, то есть это я, Владус Мармеладус, и... Всем привет, с вами Кубик. И да, сегодня, да, как да, вы да, поняли, да. Мы вместе с Кубиком будем играть что-то типа лаки-гонки с мега-ящиком и с обычным ящиком. Обязательно поставьте лайк на это видео, обязательно поставьте лайк. Ладно, смотрите, во-первых, у меня не восстанавливается хп. Почему ты далеко меня толкаешь? Я не понял. Да не бей, у меня хп не восстанавливается, Кубик, я не знаю почему. У меня тоже. О, вот, видишь, это баг какой-то. Ребята, если вы нажмете на лайк, он станет синим, как вот этот ящик. А если нажмете на кнопку подписаться, вот на эту, на красную кнопку, как моя кофта, она станет серой. Если вы не верите, сами можете прямо сейчас сделать это и проверить. Ты дурак. Я случайно. А ты что, в геймоде, я не понял? Нет, честно говорю, смотри, подожди, да стой, я сейчас вылезу, подожди. А, да реально я не в геймоде, я тебе говорю. А как ты тогда не горишь, я не понял? Я не знаю. А, странно, Кубик. Странно, Кубик, что ты там делаешь? Спокуха! А! Я еще ни одного ящика не сломал, подожди. Да стой, у меня 2 хп, дай ящик сломать. А все. Как мне, блин, убрать этот огонь, который у меня здесь появился? Да все, Кубик, давай, завязывай на... А подожди, а как переправу-то делать? А, тут у нас барьеры, все, понял. Да я сейчас... просто вниз прыгаешь и все. Ты че, я-то в лаве горю, ты что сделал нафиг? Что такое? Да нет, просто спрашиваю, что ты натворил, подожди, а ты меня просто скинул. Нифига, погоди, тебе? А куда дальше, скажи мне, тут ба... Не надо, я понимаю, есть, что... Есть только единственный путь, куда дальше. Куда? Нет! О, спасибо! Я тебе помог, ты дурак, пожалуйста. Спасибо, сам ты дурак, только понял? Ты офигел, в смысле? А! Да, Кубик, просто про. Так, сейчас мы у меня... Ой. Что ты сказал? Ой. Я все видел. Не, я ничего не... Что ты видел? Вот что я сделал, ну? Ты у меня лаки-блок сломал, а вот это... Ну, было дело, подожди, у меня есть... Да фига ты меня бьешь, поджигаешь! Я ж горю, ты понимаешь? Потому что так делать нельзя, я тоже сейчас теперь из-за тебя горю. Потому что это наше чувство. Я тебя сейчас подожди, тихо. О, эту броню нельзя надевать, иначе у нас Майнкрафт сломается. Давайте просто оставим. Давай, Кубик, а теперь. Вот это можно. О, какой ты разноцветный теперь. Стой, не бей. Я сегодня собрал целый сет. Что такое? Да, просто говорю, не бей. Че у тебя выпадает? Можно посмотреть вообще, а? О, рейнбоу алмазики. Ты дурак, я твои лаки-маки надо сломать. Не надо, свинка, ее сейчас убьет. Кажется, свинка немножечко разозлилась. Чуточку, если только совсем немного. О, уголь, печка, давайте переплавлять что-нибудь. Я, правда, не знаю, что. Ну ладно, пускай. О, дерево можно переплавить. Сделаем себе еще один уголь. Да, это гениально. Обновлять. Да, точно, да, спампоинты нужно ставить, потому что если нас бы... О, смотри, у меня есть кристаллы. И нафига ты меня взорвал сейчас? Это не я. Кристаллы, кристаллы. Эй, снимай, это не гема, это кристаллы. Кубик, отстань от меня. Какая разница, это все моя, все равно. Нет, это мое все. Да нафига ты меня бьешь? Ты быстрее меня бегаешь, это нечестно. Вот ты мне скажи, ты где взял вот эти его кристаллики? Да, я. Ой, мне выпали из прошлого лаки-блока. Ты дурак. Только я-то тебя могу еще и убивать. Да, я вижу, что ты меня можешь убивать, но я тебя тоже смогу убивать. Я зачем ладу обращайся? На тебе слабости. Спасибо. Ты меня сделал таким слабеньким, я просто в шоке. Блин, а у меня больше нечего тебе кинуть. О, у меня есть сила. О, я сейчас выпью силу. А у меня есть. Ну, правда, стрел нет. Кубик, не повезло, не фартануло. Блин, я попался в ловушку. Черт возьми. Да так, что, просто ничего, Кубик, нормально. У меня, короче, у нас зырка, есть какая-то тролль поушен, давай посмотрим. Ой, а ее что, только пить можно, что ли? Да, только пить. А, так это же я тебе скинул. В самом начале видоса я тебе ее еще скинул, Кубик. Так что пей. Пей, Барри, пей. О. Не трогай его! А, ну да, ты слишком... О, с него монетки сбрал, старс выбрал. Кубик, помоги! Кубик, помогай! Я заберусь просто от них куда-нибудь подальше, давай. Молодец, я походу сражаюсь с ними, да? Вот круто. Да, ты сражаешься, извини меня. Ты волков-то нафига бьешь, ты дурак? Я просто направил, в какую сторону надо. Так они сейчас тебя вообще загрызут, смотри. Смотри, если я тебя ударю, это мои псы, смотри, это мои... А, это твои псы!
Вот именно, я тебе про это и говорю. Да, они начали меня бить. Я вообще думал сначала, что это волки. Ты нафига мои локи-блоки ломаешь тут, а? Ты дурак, ты вообще-то сам их сломал. Да ладно, ладно, шучу я. О, у меня есть наконец-то кристальные ботинки. Как у тебя шлем, только у меня ботинки. Ой, ты где там? Не надо. Мне пофигу, у меня есть еще одни ботиночки флеша. Да блин, купик, помоги мне, пожалуйста. Почему мне падают одни? Да нифига ты быстрый, слушай. Что ты сделал? Я вообще-то выбрался уже оттуда. Я тебе помог. Купик! Он перевернутый! Это твой, это твой, это твой сушитель. Давай убей его. Ты же. Почему он перевернутый? Я не знаю, это почему мне спавнятся какие-то заразы. Купик, помоги мне еще. А почему он с моей головой? Я не могу до него достать. У меня тут еще один. Давай я его палкой буду бить. Не понял. А куда он исчез, Купик? Я его испепелил, магия. Ты чё? Ты читеришь, что ли? Нет, конечно, ты чего? Зачем ты меня убиваешь всю серию, Купик? Владус, прости меня, пожалуйста, я вообще не хотел. Давай. Ну ты дурак, в смысле? Все, у меня есть геймод нагрудник, только попробуй меня ударить, я сразу же его надену и капец тебе, понял? Может быть, без геймода? Может быть, все-таки с геймодом, раз ты так выпендриваешься. Ладно, посмотрим. Да блин! О, нифига себе, чисто фул золото, фул золото. На. О, нифига себе, в натуре фул золото. Да, забирай. Купик, смотри, я тебе могу вот так вот еще застроить тебя. Молодец, мне пофиг, я все равно выберусь. Да блин! Бедрок, ты что, дурак? Не, чуть-чуть не успел, да, у меня есть бедрок. Да нет, я сейчас просто сдохну, просто вот один. Спасибо, Майнкрафт. Спасибо, мега ящик. Ты знаешь, что это за штука, какая-то зума скинь, это что такое? Да не знаю я ничего. Это же гемы. Да, из них можно броню сделать. Я не знаю, что с этим мега ящиком не так. Скажите мне, пожалуйста, ребят, вот это как в Brawl Stars, правда? Ты купишь дофига мега ящиков и там точно такое же все. У тебя просто выпадает. Да, просто дичь выпадает, Купик. Давай, ты их всех вырубишь, потому что, а я надену гемот нагрудник, мне вообще без разницы. Ну, может, ты тоже где-нибудь побегаешь среди них, я тебе тоже помогу. Ага, сейчас я тебе буду бегать среди них. Наконец-то хоть что-то, Купик, наконец-то я могу тебя вырубать. Да. Ты дурак! Чего я в бездну падаю? Я еще твои локи-блоки здесь поломаю. О, что за турбопушка выпала? Вот ты мне скажи, тебе кто разрешил мои локи-блоки? Да, я тебя даже не вижу, спокойно! Че? У меня вообще-то супер лук есть. Ты на меня. Так, я хочу проверить, это что за турбопушка тебе выпала? А, это та самая, смотри, Кубик. Ту-ду-ду-ду-дун, замуровал. А, ледяная, ледокол. Да, это из своего локи-блока. Но можно я себе оставлю, пожалуйста? Мне просто. Не, запрещено, законом запрещено. Я запрещаю. Нет, ты не закон, нифига, ты Кубик. Это одно и то же. Да, в смысле? Ладно, тогда будем тебя просто убивать. Да не бей, я тебе, у меня есть лук, я тебе говорю. У тебя тоже есть лук, но он хуже, чем мой. У меня мой убивает первый раз, смотри. У меня же есть доски, эй! И что? Я доски потерял за тебя! А я их подберу, я подобрал. Дурак, в смысле? Я еще меч твой подобрал и сломаю один твой локи-блок. О, тебе выпал кристальный блок, поздравляю. А, кстати, что за меч? Насколько он? На 15 урона, неплохо. Я бы его, конечно, себе оставил. Имба, в натуре. Да, а ты где там, Купик? Я тут локи-блок твой уже. Я так бегаю, не переживай. Чё, я сам себя выстрелил из этого. А если бы я сам себя выстрелил, я бы тогда умер, потому что мой лук супер четкий. Да не убивай меня, блин, у меня спампоинт уже тысячу раз, блин, сбились. Да не бей только меня, у меня хп просто жизни не восстанавливаются, понимаешь? О. Нифига себе! Что за дела? Чё? Почему так громко? Что происходит? Я не могу в него попасть, Кубик. Чё за дела? У меня Майнкрафт лагает. Вроде мы от этого чувака избавились, и ребята, у нас здесь спавнились чешуйки, из которых выпадала броня. Чё вообще? Я так и знал, что это не настоящий. Вы, правда, этого чуть-чуть не увидели, прям полразика. Так, что там с Купиком? Давайте-ка проверим. Тук-тук! Выходи отсюда! Спасите меня, кто-нибудь, пожалуйста, меня жмыхнуло. Как я тебя спасу? Скажи, пожалуйста, у меня нет кирки даже никакой. О, здорово! А зато у меня есть меч. Давай, я так и думал, что ты меня попытаешься убить в фигушке тебе. Что за фигня со спампоинтом? Я вообще не понимаю, не работает. Да почему? О, привет, а где это мы? Вначале. Да, не надо меня убивать, даже не пытайся, Купик. Не надо это делать, не надо, понимаешь, все, я... Отстань, я пошел. А как телепортнуться? Да, не трогай! Я не знаю. Пока. Да не трогай, давай, уже пошли на арену, блин. Купик, аккуратненько, давай, у нас тут по три локи-блока, мне выпало светящееся... Никто тебе не выпал, понял? Смотри, да? Зато, что из нее выпало. Шерсть переливающаяся, видал? Она вообще-то обычная, просто красная шерсть, если ты не видишь, дурачка. Это ты не видишь, Купик, мы с подписчиками видим. Докажите ему в комментариях. О, и они все такие. На.
Да почему я сам себя-то ударяю, я не понимаю. Это очень странная штука. О, наконец-то есть кирка, наконец-то. Она, конечно, какая-то очень странная. Ты вроде ломаешь быстро, но все равно как-то медленновато, понимаете, ребят. Да хватит! Это мне уже 500 раз за видос упало. Это что за бред-то вообще, ребята? Я не понимаю, это все мегаящик. Я так и знал, что мегаящик хуже, чем обычный ящик. Смотрите, что там у кубика падает крутое. А вот мне что? А, что крутого? Я тут зомби-девочка, вот смотри! А где мой локи-блок? Я не понял. В смысле зомби-девочка? В смысле зомби? Смотри, вон стоит. Да подожди, я в паутине. Дай мне паутину сломать сначала. Где зомби-девочка? Не понял. Вот, так это ютуберша какая-то. Сейчас я... Владос, а почему блок земли только... Блок железа только что хотел меня убить. Я не знаю, это не блок железа. Мне кажется, это она тебя пыталась убить, просто она очень далеко бьет. Нет, там железо только что двигалось, ты что, не видел? А, локи-блок под прям паутиной. Ладно, раскопаем все здесь, мне не сложно. О, у меня, кстати... У меня меч не ломается. Наденем нагрудник. Да хватит! О, спасибо, кубик. Это было очень вовремя. Это было максимально вовремя, потому что они мне надоели. О, этот наконец-то я могу надеть. Ура, ура, ура. Возможно, сколько здесь всего, Владос? Давай я их сожгу. Не получается, да? Ну давай тогда просто тебя убью. Да я снова доски за тебя профукал. Почему? Я когда кого-либо ударяю своим луком, я поджигаюсь сам. Я не понимаю, кубик. Это чтобы ты никому не ударял лук. А, может быть это из-за этого цветочка, потому что он зачарован на огонь, на какой-то. Ладно, продолжаем ломать лаки-блоки. О, ой, ой, что это такое, кубик? Что это такое? Почему я не могу ее ударить? Где моя рука вообще? Подожди, дай мне найти, блин, доски. Опа, одна доска, блин. Давай ищи. Да, блин, ты опять выбрался из моей ловушки, кубик. У тебя тут была ловушка? Ну, я ее только строил, и у меня просто барьеры появились. Да, круто. Да ты офигел. О, у тебя командные блоки есть. Но ими пользоваться, конечно же, мы не сможем без креатива. А я повыкидываю весь мусор, даже бедрок выкину. Нет, нет, он ко мне обратно весь полетел. Его бедрок уже стал мусором. Ну, конечно, мусор, а зачем он мне нужен? О, черт, проблема. Минус карта, минус... О, я долечу, 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 долечу. Я даже не умер, я даже не умер. Нифига себе, о май гад. Это было круто. Так, подождите, надо как-то добраться до этих локи-блоков. Благо у меня есть кое-какие блоки. Слушайте, ну не так-то сильно мы развалили всю арену. Знаете, вот посмотрите прошлые видосы. Чуть-чуть. Кубик, посмотрите прошлые видосы обязательно, ребята. Там-то мы так взрывали. Это просто была какая-то жесть. Обязательно гляньте. Я вам оставлю подсказку в правом верхнем углу, ребята. Прям на нее кликните, там будут все эти видосы. Посмотрите их. А вот сами убедитесь, что это на самом деле еще фигня была. Как колодец заправил... Что происходит, кубик? Оно как-то само. Да, само. Я вот не понимаю, как колодец мог вообще во мне заспавнить? Да елки-палки! Да хорош, ты все взрывай, ты достал! Что там? Это просто мега-ящик, ребята. Это просто мега-ящик. Тут даже сказать-то и нечего, понимаете? Я не знаю, как с этим быть. Просто понятно без слов. Да, просто без слов, понимаете? Ладно, мы просто движемся дальше. Я просто люблю двигаться под латинскую музыку. Опа! Кубик! Опа! За кривой базар получил! Ты меня не запигаришь! За что ты меня убиваешь, скажи? Как-то за что? За то, что ты меня убивал в самом начале. За что? Я тебя что, убивал? Правильно, ни за что! Поэтому я тебе тоже бью сейчас ни за что. Я имею на это полное право. Да я просто! А ты думал? А вот это было сейчас вообще не честняк. Ты меня убивал, так и я тебя буду. Я тебя один разок, только так, все, давай. А я тебе что, тысячу раз хочешь сказать? Тысячу раз было, да. Что ты обманываешь, это первый раз. Да ладно, ладно, все, кубик, хватит тут это разговаривать. Давай, в общем, продолжать лаки-блоки-то ломать. Блоки я соберу, потому что они мне понадобятся. Че выпало? Дурак. Сам ты дурак, а ты где? Улетел куда-то, чел. Ну-ка, а где ты вернешься? Да я откуда? Да я в бок улетел, блин, дурачина. Ну ладно, ну ладно тогда. Мне опять ничего не выпало из локи-блока, оно попыталось меня убить, но у него это не получилось. Забираем полет. О май гад, это мне... Ты что там делаешь? Ты что, мои локи-блоки сломал? Оно как-то само. Само, да, говоришь? Ну, я тебя понял, я тебя понял, кубик. Так, спокуха, нам гиганты здесь не нужны. Их что так много заспавнилось, причем все на одном блоке. Они, кстати, очень быстро ломаются, смотрите. Мы можем рукой вот так вот все локи-блоки поломать. Опа-да! Страшно. Нет, 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 только не ловушка, только не ловушка. Спокойно, спокойно, так, спокойно, а спокойно, у меня спокойно. Есть какой-то, короче, лаки. Что? Успел, успел, успел. Там вы что, серьезно? Там вы что? Не надо, не надо. Еще раз успел. Я не понимаю.
понимаю. Отлично. Кто меня бьет? Кто меня? Меня призраки бьют. Отстаньте от меня, призраки позорные! Вы зачем меня убиваете? Я понять не могу. Кубик, ты что-то вперед меня вырвался. Так я вообще на эти блок сегодня впереди, ты дурак, что ли? Что ты такое? Я не знаю, но почему мне в этой серии выпадают только неудачные колодцы. Самые неудачные. И знаете что? А, нет, это просто эндер жемчуг. Я думаю, это классная штука, которая взрывает все на своем пути. Но нет, это было просто эндер жемчуг. Хорошо, что это не она. Да, согласен. О, мне выпали какие-то галактические ботинки. Возможно, с помощью них я могу быть бессмертным. Но кажется, это... А, нет, я бессмертный кубик. А что за меч? Сколько урона? О, этот меч мне нравится. Иди-ка сюда, кубик. Что, блин, значит бессмертный? Это значит, что ты меня больше убивать не будешь. Так, колодец, пожалуйста. А можно как-нибудь договоримся? Пожалуйста, не динамит. А, ничего, отлично. Ну, хотя бы лучше. Это лучше, чем динамит, поэтому... Лучше, чем динамит. Да, хотя бы ничего. Все, давайте просто уйдем от этого колодца. Спокойно. О, мой... Ты чё, как там, это так получилось? Ты что там посвистываешь? Что это было вообще? Я просто испугался. А, испугался, ну бывает, ничего страшного. Так, да, подождите, опять колодец во мне заспа... Да не надо! Я только хотел подобрать шлем, там, блин, шлем был такой красивенький, ё-моё! Извините меня, пожалуйста, я не управляю лаки-блоками, поэтому выпадает то, что выпадает... Понимаешь, кто меня сейчас ударил? Сказал, как сказал. Ты меня сейчас ударил, да? Иди сюда. Иди сюда. Нет, да я ничего не делал, да я не... О, кристаллы. Вот знаешь, у тебя хорошие колодцы выпадают. Отличные колодцы, буду их использовать. Да, круто, круто, в натуре круто вообще прям. Блин, опять мы поменялись локи-блоками. Но, что там? Что ты там делаешь? Да я пытался тебя убить, блин, не получается. Это, видимо, какой-то твой меч, давай я тебе его оставлю. Да что ты меня трогаешь, отстань. Я, блин, локи-блоки свои профукал за тебя. Так, извините меня, пожалуйста, я случайно, кубик. Мы опять локи-блоками поменялись. Но что-то мне подсказывает, что из твоего лаки-блока сейчас будут выпадать предметы получше. Давайте-ка проверим, мы тут совсем чуть-чуть, но ну, у меня ты такое... Ты же понимаешь, что это нечестно, что ты можешь мне скинуть? Нет, кубик, я ухожу, до свидания. Я не хочу с ними бороться. Да я опять запрыгну. У них еще и броня на отдачу, как вот с ними бороться, как их убивать, скажите. Ладно, ладно, нет, лучше луком. Я хотел просто пойти в бой прям в легендарный, но нет. Я хотел их развалить всех мечом, потом понял, что лучше, конечно, это сделать луком. Кубик, что это было? Ну сейчас? Нафига ты это делаешь? Я сейчас ничего не делал, я просто сидел вот так. Ребята докажут. А, оно, наверное, само. Само! Да? Блин, ребята, докажите ему в комментариях, что я ничего не делал. Я просто ничего не трогаю. Да нафига ты меня бьешь? А, ты меня объясни. Да как, я кубик? Хочу тебя убить, потому что я достал, блин. Да у меня хп даже не тратится. Вот у меня в начале видео была проблема, что хп тратится, а сейчас вообще не тратится. Нисколечко. И есть, я доломал все лаки-блоки. Еще сломаю сейчас один твой. Опа! Опа! Бомбы сломали твои финальные лаки-блоки. О, это Бобик, оставь его мне. Ну что, Кубик? Я сам с ним справился. В принципе, я готов пвпшиться, и кажется, я выиграл. Да так нечестно, у тебя броня, блин, бесконечная. Какая бесконечная? Не-не-не-не-не, такой у меня брони. Какой смысл пвпшиться? Тогда буду пвпшиться вот так. Нет, только не килл, только... Вот так вот. Да ты успел, я ж тебя убил, как ты меня успел? Как ты меня успел вообще убить? Капец. Ладно, я могу, кстати, поломать еще твои лаки-блоки. Смотри, сколько их еще осталось. Очень много. Ох ты, ё-моё. Я сделаю вот что, я выпью зельку полета, а тут до них можно было и не лететь. И возьму их все киркой разломаю. Вот так вот. Это просто... Это жесть, ребята, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видосы. Это был Владус Мармеладус и Кубик Покатус.